Друзья, всем огромный привет! Мы снова вместе с Вадимом Сергеевичем. И сегодня для вас мы сделаем слепой за тест. Расскажи, пожалуйста, Вадим, от кого? Во-первых, я рад поздравить Борю, что это первые слепые за тесты на его канале. Да, кстати. От зрителей. Да. От моих, правда, но это не важно. Опосредованно, да, так немножко. Все-таки. Короче, перед Новым годом чудесная Елена. Она из Петергофа, наша фактически соседушка. Это не фактически, а Петергоф — это район Петербурга, поэтому... Ну, это Ленинградская область, ха-ха. А вот. Я в Петербурге, не надо тут это... Петербуржец. Короче, Лена прислала мне большую коробочку, куда положила 15 ароматов. Вот в таких чудесных атомайзерах больших. Собственно говоря, сейчас мы снимем с Борисом видео, где первые 7 ароматов вы найдете на этом канале, а продолжение будет на моем. Я думаю, что мы попробуем с Борей договориться и, возможно, даже выпустить это в один день, чтобы было сразу возможность посмотреть здесь начало, там завершение. Собственно говоря, ответы, все закрыто, ничего не слушанное, поэтому мы будем сейчас по первому нюху пытаться определить, что это, зачем, почему. Немножко пару слов по поводу Елены. У Елены, на мой взгляд, достаточно интересный вкус. У Елены еще очень потрясающее чувство юмора. Если вы зайдете ко мне на канал, а все ссылочки будут именно телеграм-канал, Лена там периодически иногда пишет что-то. Ну, короче, можно все найти полезное и интересное. Вот. Я оставлю ссылки, да, все тоже у себя. Короче, друзья, я думаю, давайте не будем тянуть, потому что ароматов много, надо все дело это пробовать. Да? Давай по очереди. Да? Давай. Давай, значит, циферка 1, я начинаю. Лена просила соблюдать последовательность, соответственно, в самом начале нас ждут явно цитрусовые направления, скорее всего, по моим ощущениям. А дальше все это будет уже... Короче, от легенького начинаем двигаться в сторону тяжелячка. Цифра 1, поехали. Это винтаж. Ну, либо винтаж, либо что-то, что хочет им казаться. Нет, это не хочет казаться винтажом, это винтаж. Это вкусно, мне нравится. Это альдегиды, это мыло, это зелень. Да. Я буду поддакивать. О, это ну, потому что все, в принципе, все, что перечисляет Вадим, это здесь, по-моему, сходу просто читается. Ой, вообще класс. Мыльное, это... альдегидное, хрустящее прям такое. Хрустящее. И это качественное что-то. Ну, это прям это, что-то это... вот... Если это не ниша, то это какой-то... Нет, это не ниша. Да это люкс. Ну, очень хороший люкс, очень хорошее качество. Ой, слушайте, ну на самом деле вкусно. Как бы... Я не очень люблю такие ароматы, в принципе, но вот это вкусно. Прям я не скажу именно кто это, да, потому что таких ароматов именно много. Да, то есть, наверное, можно начать с Chanel 19. Знаешь, у него нет какой-то затхлости такой, вот, который свойственен некоторым вот таким винтажным ароматам. Здесь как-то вот он звучит чисто. Ну, но это в духе того времени. То есть это промежуток а-ля там 60-е и 80-е, но скорее вот туда ближе к 60-м, а может даже еще и раньше. Ну, винтаж чисто. Ли это? Непонятно. Может быть, это переиздание. Вот я и говорю, но вполне современно. То есть сейчас с удовольствием можно его носить. Я думаю, что это будет очень даже актуально. Слушай, ну я думаю, что мы не будем мучиться именно в плане того, что это. Я думаю, ты согласен, что это женский люкс старый? По сути, да, это женский люкс, да. По направлению, но вот кто-то из великих, скорее всего, либо кто-то, кто рядышком присоединился. Короче, это явно кутюрный дом. Но ты с удовольствием такой носишь. Да. В принципе. Да. И это нормально звучит. Это не звучит прямо, что совсем женский-женский. Но уже сейчас, когда вот эти грани у нас стерты в наше время между прям женским и мужским, все у нас унисексовое, поэтому... Я бы сказал, знаешь что? Может быть, это, кстати, что заигрывает с винтажом, потому что начало пахнуть какими-то вот апельсинками припудренными. Вот я сразу, у меня такая мысль была, что это что-то а-ля. Ну давай, смотри, я скажу, что это винтаж, да, а ты можешь сказать, что это нишенка, да? Какая-нибудь. Да, yeah. Пусть будет так, да. Да? Yeah? Так, что, вскрываемся? Конвертик циферка 1. Ты согласен, да, по направлению? Что я это? Согласен, но вот сейчас для ниши все-таки, мне кажется, мало игры. То есть он такой вот, ну, в старте, по крайней мере. Он как вот нанесли, так он и... Ну, это хорошо, это вкусно. Хорошо. Ну, пускай будет, с моей стороны будет предположение, что это ниша. Нет. Это Louis Guerlain, это издание новое, судя по всему.
И, как правильно пишет Лена, современное прочтение классики. Вот. Очень понравилось, как будто в классическую Луи добавили воздуха. И по пирамиде у нас здесь альдегиды, жасмин, роза, ирис, ваниль, древесные ноты. Вот прям в точку. Вот в классику добавили воздуха, прям в точку. Луи, Лио. Вот это Лио, я все время не могу правильно выговорить. Это релиз, по-моему, прошлого года. И сейчас за ним все безумно охотятся. То есть меня даже сейчас просили приобрести его там где-нибудь за границей и привезти. Потому что, как я понимаю, они пропали. Но сам по себе вот этот аромат изначальный, он старый. То есть его осовременили. В том году Герлен, по-моему, взял Самсару, вот этот Лио, еще кого-то. И они их переиздали как раз вот в этих плечиках. Классно. Ну, он прям легенький. Мне кажется, да? Как такой колонин даже немножко, да? Ну, нет, это ЕДПшка однозначно. Очень, альдегиды красивущие. Ну нет вот этой, я сразу подумал, что нет какой-то вот этой свойственной винтажу, вот этой какой-то затхлости, которая в принципе приятна, она сразу винтаж выдает, здесь этого как бы нет. Он нет, более я почувствовал именно, что это винтажный вайб с самого начала. Хорошая вещица, да, поехали отлично. Дальше. Циферка 2, Борин наносит циферку 2. Пудрит он очень сильно. Прям очень сильно пудрит. Наверное, как раз из-за ириса. Ой, как что-то вкусненько, ребята. Ой, как вкусно. Даже вот, не хочется. Вот где хороший аромат-то прятались. Не в его коробке из предыдущего ролика. Он только что все хвалил. Почти все. Да, из той подборки. Я не могу разделить это. Мне нравится. Это какой-то фужер пряненький такой, со смолками. Со смолками согласен. Фужер согласен. Я слышу еще елку. Хвою прям какую-то. Пока хвою не слышу. Ну вот она мне свежесть дает какую-то. Лимончик, цитрусы здесь есть. Однозначно цитрусы есть. И какая-то такая яркая, как серединка такая, может, фруктик какой-то или что-то, цветок. Вот тебя мотает, это фруктик или цветок? Ну, что-то такое вот, сладковатое такое. А у меня как-то это вот приплетается что-то, знаешь. Вот. Мне кажется, это смолы просто такие сладкие, нет? Возможно. Не-не-не-не, что-то там есть такое в сердце. Вот интересно, что же. Я не могу, говорю, выделить именно конкретику какую-то. Какая-то как жвачечка, не? Сладенькая такая. Я хочу сдать направление, кто, мне кажется, по стране, кто это мог сделать. Потому что это мне прям хочется сказать, что это, знаешь, какие-то итальяшки. Ну, может быть, да. Да? Вот чувствуешь, да, какой-то такой знойный вайб, вот, то есть такое немножко странненькое, все такое вот сладенькое и свеженькое. Цитрусовенькое. Они очень любят цитрусы. Здесь я они... не слышу цитрусы. А мне нравится. Здесь я есть. Слышу больше этот, как его, смолу, хвою. Смола и цитрусы. Что думаешь? Старт был сумасшедший взрывной, а сейчас он какой-то вот такой странный. Я думаю, что это ниша все-таки. Я тоже согласен, что это ниша. Это что-то интересненькое. Не знаю, дорогая, не дорогая, но ниша. Компоненты качественные. Ничего не разваливается. Мне пахнет какой-то такой цитрусовой жвачечкой, такой вот с какими-то смолками. Что-то есть такое вот розовое в этом, вот цвет какой-то розовый у меня приходит на ум. Розовенькое такое что-то. Ну, цвета, насчет цвета я не, вообще не могу так никогда особо придумать. Нет, я тоже не могу, но просто пришло в голову само. Я почему-то уверен, что это Италия, это ниша, это мне вот в раскрытии, чем больше оно все сейчас сидит, но мне все меньше и меньше нравится. Ну, как бы, я бы посчитал, что это недорогая ниша, именно итальянская. Открывается? Ну, пускай будет так, да. Ну, то, что это ниша, однозначно. Дорогая, недорогая, сложно что сказать. Мне кажется, не очень дорогая. Ну... Но симпатично, очень нравится. Это Гёзе Шон. Вот так-то. Вот это их бренд, где три флакона Марка Бакстона, Бертрана Дюшафура и Шоиновский. Черная смородина, вот что мне давало.
Значит, по верхам у нас лимон, розовый перец, бергамот, лист черной смородины, лайм. Дальше в сердце гедеон, можжевельник, ель, османтус, мате, ирис и базовые ноты. И сои, супер, кедр, ладан, касториум, сандал, лабдану, амбретто и мира. Жирная пирамида. Классно. Мне нравится. С удовольствием бы носил бы такую. Очень интересно. И фруктово, и цветочно в одной, все в одном ключе. Ягодно. Я не хочу соврать, но два из этих трех ароматов сейчас на черном рынке, назовем это так, появилось по 6 тысяч рублей. Их цена 20 тысяч в молекуле. Ребята, надо задуматься. Так это я тебе говорю. Ну, я сам задумался уже. А какие флаконы красивые, я смотрю. Ну, нет, мне это не нравится как раз. Это же на шлепке сверху, они такие прям. То есть прикольно. Это, почему ну, нет? Ну, не знаю. То есть это классический флакон от, ну, молекулы именно. То есть это к молекуле не имеет никакого отношения. Это вот этот вот Renegades. Это отдельный бренд, который и, собственно, три парфюмера сделали себе по аромату. В целом, для меня это так вот шоколадка, ой, господи, шоколадка, жевательно... Лимонадно пахнет. Лимонада, согласен, жевательно нет. Может, жвачка с лимонадиком, что-то такое. Что-то даже такое с пузырьками. Такое прям. С пузырьками. Ну, хорошее, смотри, легкое. Я не промахнулся в сторону Италии. Это не Италия, понятно. Ну, да. Но в целом... Циферка 3. Поехали дальше. Звучит-то по-итальянски. Ну, куда-то туда. Ой, что-то я промахивается. Что-то я на себя все налил. Это же наше ощущение, то, что мы чувствуем. Держи, пожалуйста. Ой, вкусненько. И что-то мне напоминает сразу. И мне тоже напоминает. Такая крепенькая, что такая как древесинка, да? Mm-hmm. Снова. Или пачульки. А я скажу, что это пачульки с древесинками и какой-то гвояк мой любимый. Горчит. Да-да-да, вот горчинка какая-то. Что-то мне напоминает очень сильно. Сейчас попробую вспомнить. Это что-то у меня похожее есть. Это ниша. Однозначно. Да. Мне не нравится, потому что горько. Но опять не так горько, как обычно бывает. Это не очень горько. Но горчит. То есть я вот за гвояк скорее соглашусь. Сам с собой же. Древесно-цитрусово, смолисто опять, ничего нового. Ой, блин, что же это мне напоминает, ребята? Прямо у меня что-то в коллекции есть очень похожее. У меня похожего нету, но опять я скажу, что это может быть Италией. Это отвратительное чувство, когда ты понимаешь, что у тебя это есть, что это что-то напоминает, и ты не можешь вспомнить. Ну ты бы такой носил. Носил бы, да, мне нравится. Ну это, кстати, как да, я тоже вижу, что это Борин профиль. Не мой, мне не нравится. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Ну ладно, оставлю эти попытки, бог с ним. Вкусно, я бы это носил. Что-то еще выйдешь. Почули, древесинка. Да, вот и по нотам еще что. И почему-то я его перестал слышать. Да, я слышу, нет. Цитрус и бергамот, мне кажется, здесь, лимон. Но они не первую скрипку играют, все равно древесина... Блин, как вкусно, а? Прям очень вкусно. Мне почему-то вот, хочется опять сказать Италия, либо хочется сказать, что это вот эти шведы типа Зарко парфюм. Не. Почему? Ну, то есть того, что я из Арка парфюм пробовал, нет. Там же миллиард их банок. У меня только две. И то не мои. Вот именно. А их там, блин, наименований 40, по-моему. Приятненько. Очень хорошо. Симпатично. Ну, почули, древесина, да, какие-то цитрусы, скорее всего. Согласен, что ниша. Открывай. Ну, это ниша однозначно, конечно. Однозначно ниша. Мне это очень нравится. Я сейчас буду прям смотреть, что это. Давай открывай уже. Друг мой, это не ниша. Потому что это Hermès H24. О, класс. А я, кстати, я его не пробовал еще. Я его пробовал. И он не пах утюгом. Кстати, да, многие же там чистым бельем, поглаженным вот этим. Короче, здесь мускатный шалфей, вообще нарцисс, этого нет. Палисандр и вот эта новая молекула Скваран. Лена пишет, люксовый парфюм заявлен как мужские, заявленных как у мужских у меня мало, но именно H24 люблю и ношу. Интересно, мне он пах абсолютно по-другому, когда что я что же он мне напоминает, ребята? Вот я попытаюсь вспомнить.
и потом вставлю, может быть, в какой-то прикреплю комментарий, потому что мне безумно самому интересно. Кстати, Лена, что написала по поводу... Она просто написала, что молекула и геозашон люблю, не могу, по поводу предыдущего. Очень симпатично. Эрме. Эрмес, кстати, сейчас выпускает вот именно H24 в новой версии парфюм. Он уже появился на сером рынке, его уже распивают. Я его вообще не пробовал, поэтому вдвойне интересно познакомиться, и мне очень понравилось. Симпатично, миленько, но смотри, как мы его переоценили. И, возможно, поэтому я его перестаю смотреть молекулярно, да? Ну да. Возможно, он то есть, то его нету. Вот сейчас я его не слышу. Я слышу. Ну, классно, хорошо. Мне понравилось. Давай дальше. Дальше. Ну ты, конечно. Да. Почему 7? Если следующий 4. 4, действительно, друзья. Друзья, все как обычно, в описании вы, как всегда, найдете ссылочки на всевозможные донаты молодому человеку. Они, как всегда, нужны. На, так сказать, лекарства. На таблеточки. На лекарства. Как бы жестоко это ни звучало, но да, на таблеточки для памяти это не помешало бы. Туда, пожалуйста. А то ты как один небезызвестный человек уже себе и в чашку напшикал. И ничего страшного. Ой, как вкусно. Борис, и ой, как вкусно. Новый хэштег. Слушайте, ну, великолепная подборка. Господи. Великолепная. А вот это я знаю, что это. Не говори пока, дай хоть немножко так насладиться. Я не скажу, что это, я не вспомню. Ой. Блин, классная штука. Это пахнет доктор Момом. А доктор Момом мне пахнет один единственный бренд всегда. Фили энд Фили. Это он. А что это, я не знаю. Что-то прикольное, кисельное такое. Доктор Мом. Вспомни 90-е года, сиропчик от кашля. Там солодка, вот это все. Слушай, а может это их... Там у них я пару ароматов пробовал. Опера что-то такое, но это не она. Там опера такая с горевенькой, с удом. Я уверен, что это Philly and Phil, а что это, не скажу. Вот все, точка. Мне вот... Вот я не знаю, что с этим брендом, либо что со мной. Но вот любой аромат, кроме в золотом флаконе, который солнце джиды, от них еще дороже, чем солнце. Вот. Короче, все, что кроме золотого флакона, пахнет вот этим доктором Момом. У них вот это какая-то особенная база лично для меня. И я уверен, что это он. То есть это любой фильм. Ну, это древесина однозначно. Понятно. Пачули там, что-то намешано, короче. Ну, кстати, звучит очень цельно. И вот он звучит именно по кисельному. Так вот, замес такой. По сиропному. Да, ну не что-то по сиропному, да. Ну, я не хочу даже мучиться. Сладенько, конфетно. Ты согласен, что это ниша? Конфетная. Конфетная ниша, согласен? На, вскрой. Вот чуть горьковато, кстати, пикантно. Как не убить этого человека? Да. Ролики смотрит моя теща. Ей очень не нравится, что ты обижаешься. Я обижаюсь, да. Теща, возьмите, пожалуйста, скалку. Лидия Васильевна, так сказать, для пинка. Для а еще она смотрит моя мама. И что? Мама Марина Александровна. Марина Александровна тоже. Ремня вот дайте человеку. Посмотрите, он уже 20 секунд сидит в скрытом конверте и просто тупит. Я хочу, у меня того, что это не так. Это правильно. О, как интересно, друзья. Это увертюра, женская версия от Амуаш. Вот это да! Вот это мы сейчас делаем что? Идем заказывать. Да. Это очень хорошо. Это очень классно. Это очень классно. Почему мы не знали об этом аромате? Я его слушал, но я его слушал мельком, когда они только появились. Кедр. Я слышу кедр сейчас вылезает. Есть кедр? Нету тут кедра. Озвучьте пирамиду, пожалуйста, молодой человек. Бренди, яблоко, шафран, бергамот, мира. Майская роза, бензоин, корица, герань, кожа, алибанум и лабданум. Блин, класс. Супер. Что пишет Лена? Увертюра Амуаш. Увертюра Амуаш, пусть не самый любимый парфюм из марки, но привезен прямиком из лондонского Harrods. Короче, есть вот такая вероятность, что, во-первых, поговаривают о том, что, ну, когда увертюра была только лимиткой для Harrods, они пахли как бы немного побогаче. А то, что сейчас они ввели увертюру в общую линейку, они ее, возможно, упростили. Да ничего там не упростили. Все там нормально. Ты откуда знаешь? Ты первый раз, блин, увертюру слышишь. А я другие зато слышал. Амуажи, которые у меня были, и Оман, и не Оман, разные выпуски. Честно, она может и есть эта разница, но я адепт все-таки тех...
той страны, которая считает, что она незначительна, эта разница. Как бы я совершенно не переживаю. Я просто к тому хотел сказать, что я когда увертюру слушал, женскую и мужскую, я ее запомнил абсолютно другой. Блин, это звучит совершенно вот не по-женски даже. Нет, господи, в какой. Больше того, это звучит именно по-мужски. Вот как бы вот в этой, именно в этом случае. Сейчас, увидев шафран, яблоко и бренди, я это начал слышать. Ну, конечно, так. Но именно все равно вот это тире доктор Мом, я до сих пор согласен со своим первым. Какая же все-таки фантастическая линейка женская у Амуажи, да, сколько у них классных ароматов. Это реально, и они реально ярче многие, чем мужские. Да. Короче, увертюра это будет, я хотел купить вот эту еще богаче коллекцию, но я куплю увертюру женскую. Реально очень хорошо. Лена, просто гранд мерси, потому что это очень хорошо. Правда. Классно. Супер, да, надо брать. Спасибо за опыт такой замечательный. Тик, циферка 5. Вообще огонь. Да. А что там? Мама и тёща сказали, что... Все смотрят, тёща. Нет, мама не говорит. Меня... Бориска, затюкай! А вот тёща сказала, говорит, что это? Позволяйте, Вадим Сергеевич. Как это он терпит? Зятем, да. А? Надо его надо это... Надо тёщу пригласить сюда. По голове чем-нибудь его надо. Надо тёщу приглашать. Ничего нет, к сожалению. Вау. О, класс. Вот это да. Слушайте. Остренькое что-то. Перечное. Класс. Блин, класс. Сегодня просто что не аромат, то класс. И опять древесина, это... кожа. Да. Я вот он пусть это тут фонтанирует, но это да. Мой это... канал. Я стараюсь на опережение играть, друзья. Короче, это хорошая качественная ниша. Это прям кожаная кожа. Такая кирзовая кожа, сдобренная да. смолами и какими-то сухотравьем. Это какой-то... А может это муаш? Может, я уже ничему не удивлюсь. Может это мифы какие-нибудь? А нет, миф. Да, кстати, может это мифы? О, не мифы. Нет. Не мифы, мужские. Да. Там вроде как говорят, что зола в мужских да. мифах. У тебя она есть или нет? Нету. Вот у меня нету, я не слушал его. Но мне кажется, почему-то он но не хоризонтальный. Он такой какой-то солоноватый имеет подтон, да, находишь? А где хоризонтема тогда? Хоризонтемы нет. Вот, а там должна быть хоризонтема. И сладить немножко. Сладит, да. Хорошая сладит. Вещица такая прям восточная, кожаная. Кожаная, да, хорошая. Древесная. Специевая. Перчик там, по-моему, насыпан. Класс, мне нравится. Да. Ну, я не могу сказать, что я прям упал, как по отношению, например... Продолжаю падать буквально с каждого экземпляра с сегодняшнего. С увертюрой. Увертюра вообще. Да все, мне все нравится. Но увертюра, да. Да, мне все нравится, но увертюра-то огонь. Это огонь. Это очень качественно, это очень это смолисто, это древесно, все кожано. Экземпляры, которые сегодня вот мы до сих пор обозреваем, они все достойны места в любой коллекции. Елена, любой. Потрясающе. Я не зря с самого начала сказал, что у Лены фантастический вкус. Потрясающий, да. Короче, мне очень нравится. Что, давай смотреть, что это? Давай. Ну, ты согласен полностью со всем? Я согласен, циферка да. 5. Я согласен, что это классно, что это ниша, что это дорого и богато. Богато. А ты знаешь, Борис, Джан, я тебя расстрою, потому что ты сейчас только что тоже попал. Короче, смотри, ты попал на много денежков, потому что это мужская увертюра. Елена. Блин, как классно. Слушайте, что вы с нами делаете, Елена? Ну, Елена нас только что подразорила обоих на 35 тысяч. Обалдеть. Короче, коньяк, кумин, кардамон, мускатный орех, шафран, имбирь, грейпфрут, мира, лабданум, корица, бензоин, мастиковое дерево, пачули, герань, животные ноты, дым, сандал, ладан, кожа, мускатный шалфей. Внезапно. Еще одна увертюра, действительно внезапно. Но я ее отнес к мифу. А это уже любимчик, намного лучше женской версии. Я считаю, что они обе крутые. Да, женская версия, мне кажется, даже вот по мне, нет, можно ее еще раз? Нет, женская лучше, а Лене нравится больше мужская. Вот я и говорю, женская мне... Да, она и звучит по-мужски, честно говоря. Ты меня слышишь опять? Да. Что я сказал? Женская лучше. Так я и говорю, подтверждаю этого. Это слова. Для нас с тобой. Я а понял, нравится... а Лене наоборот. Я это все понял. Ты уже это, давай. Дуй. Да. Короче, не там, зря... Таблетки принимай свои. Дедовские, да, стариковские. Короче, не зря я еще на своем канале, наверное, с месяц назад говорил, когда начался этот безумный скуп амуажа у меня, что увертюры обе мне нужны. Да, ну что-то прям какая-то амуажа-мания в последнее время. Хотя раньше такое не наблюдалось, даже близко. Да. Класс. Класс. Надо а что это в пирамиде-то? Можно еще раз узреть?
Верните мне женскую овертюру. Пожалуйста. Спасибо большое. Это мужская. Так, коньячок, кожа. А кожа-то кожа есть, да? Класс. Вот сейчас на женской я чуть-чуть хочу, наверное, выделить яблоко. И я боюсь, что... оно может выдать вот эти бараондово, дым, да. Бараондово-ксакатальные истории, которые меня раздражать начнут. Но нравится мне женская больше. Мужская сухая, дымная, да. Вот мне почему-то кажется, что мифы должны так пахнуть, мужские, приблизительно. Есть такое ощущение у меня внутреннее. Но оба хорошо. Я не пробовал, к сожалению, мифы. Я разношу это и... Держи. Выдам резюме в виде покупки или не покупки так, флаконов. Следующий, да? Да, шестой. Шестой номер. Номеро 6. Но две увертюры. Муа. Белиссимо, Елена. Белиссимо. Прекрасно. Я очень хиппи. Туда, пожалуйста. Номеро 6 по-испански. Мы не учили испанских. По-моему, если я не ошибаюсь. Давно что-то испанский не повторял. Давно не говорил по-испански, да. Мальчонка, поэтому... Надо освежить, да, да, так надо сказать. Потренировать, пошпикать. Ну, да, как говорите по-испански? Cuatro. Продолжаем, Вадим Сергеевич, держи. Ну да, разговор не удался. Тоже симпатично. Ой, класс. Классно вообще, просто сегодня. Лучше, наверное, слепой за тест. Кайф. Горьковато. Травно. Боря сегодня больше меня говорит. Я что-то как-то мучаюсь. Древесно. Пачули однозначно есть здесь. Да. Вот, кстати, пачули лидируют даже, я бы сказал. Да. Но они какие-то такие... Воздушные. Слишком. А вот сзади какой-то... Ну, древесина, понятно, что это какие-нибудь... Кедр какой-нибудь. Ну, возможно, кстати. Сандал. Вот сладость какая-то. Сандал есть. Есть, да. Как палочки вот эти благовонные, я угадываю. Мне что-то не нравится сейчас, становится все больше и больше. Не нравится, но старт был какой-то фантастический. Классный. А мне нравится. Мне нравится, и меня почему-то относят вот как раз, возможно, вот этим сандалом в сторону вот как раз индийских благовоний, в сторону Индии, вот какой-то такой вот индийский... Блин, что-то... Подожди, подожди, подожди. Не чувствуешь палочек вот этих горящих? Я чувствую что-то знакомое, что у меня, по ходу дела, было. Я, кстати, вот подобный аромат я искал. Именно горящие палочки, но вот в парфюме, чтобы можно было на себя нанести. А ты не думаешь, что это мира опять? Возможно. Мира? Мира. Ну, я миру с трудом вычленяю, как что-то отдельное. Он для меня... Она что, сладковатая, смолистая, да? И тоже вот сандаловая, и все вот это вот. Возможно. Короче, мне это напоминает что-то очень сильно, и я не удивлюсь, что это очень сильно было у меня даже. Травно. Что-то здесь еще какой-то вот... То ли альдегидики нет? Чуть-чуть. Не пойму. Мне не очень нравится. Но не, опять мне нравится. Мне нравится. Что, скрывается? Давай. Что-то яркое такое, специевое, о, шпец. Почему еще относят меня к Индии? Чай, индийский какие, чай. Какая все-таки милая упаковочка у ответов. Что-то знакомое, капец, не могу понять, что это. А может быть, это Миллер Берто, их индийская коллега? Нет, это ритуал Медитароса. Опять 25, он у меня же был. Это ритуали. Пчелиный воск, лаванда, мандарин, бергамот, черные смородины, гранат, малина, нарцисс, жасмин, роза, смола, сандал, пачули, даман, что это такое? Даман. Это какой-то мускус. Белый мускус. У меня же он только что ритуале был на слепых затестах от Константина. И я его разнашивал. Но, опять, вот... Готов это повторять на каждом канале, где я нахожусь, и пусть мне верят или не верят. Вот именно этот аромат я разнашивал там 2 недели назад. Но разнашивал я его дома, не выходя на улицу, где тепло и сухо. Мы сейчас опять находимся с Борей в помещении огромного объема, и здесь прям холодно. Вот я сижу, и мне холодно. Ну, и вот звучит он здесь абсолютно по-другому. Почему мне специи дало? Что мне специи дало? Не знаю. Черный смородины здесь не слышу.
Я слышу здесь нарцисс, пчелиные соты, сладость, mm-hmm. Вот какая-то припудренность от лаванды. Опять давай посмотрим комментарий. Медовые соты, фрукты и цветы, сложные, одновременно простой. Обожаю. Он много кому нравится, но, к сожалению, как и на тестах с Костей, и сейчас у Елены, я скажу, что это не моя любимая мандитароса. А вот, кстати, развитие началось, проступает сладость, и, возможно, появляются как раз вот эти самые фрукты, черный смородина, гранат. Не нравится. Иланга здесь же нету. Гранаты, кстати, илангом пахнут. Вот. Да. Я и вот это, и знаешь, теперь он что мне напоминает? Вот этот мой Proud to Good at Goodbye. Только провод еще громче. Стопудово здесь есть Иланг, только его нет в пирамиде. Короче, подловили. Ну, хотя на самом деле Лена прислала намного раньше за тесты, чем Константин. И последний аромат первой части, которая будет на канале у Бориса, это циферка 7. Вторую часть, как вы помните, надо приходить ко мне. Седьмой аромат, поехали. Вау, какая... Как, какие? Ох, я... гиацинтовые. Это просто, знаете, ребят, поле скошенной травы. Нет, это не подсушенный чуть-чуть, где стога сена еще есть. Нет. Это холодильник со срезанными стеблями. Да. А не фатом ли это? Ну нет. Нет, он, я фатом, блин, один раз наносил, не помню. По-моему, он более такой терпкий фатом. Фатом более водянистый, а этот... Короче, это какие-то стебли, это гиацинты, да, это нарциссы, да, это... Ну, это нарциссовая, может, это астара? Нет. Астара желтенькая. Короче, это зеленуха. Ну и пахнет чуть подсушенным сеном таким, вот с прелостью чуть-чуть такой. Мне свежо. Ну, свежо, зеленью, но в перемешку с подсушенностью. Когда уже подсушено, оно пахнет прело. Не-не-не, мне именно пахнет амбаром, в котором вот заходишь в сарай, сено, где вот лежит. Ну, так это сухое, извини. Но оно сыренькое. Сыренькое в амбар не кладут. Оно спреет и закинет. Значит, это не амбар, значит, это сарай сырой. Сырой землей. Сарай тоже не держит подсушенную, недосушенную траву. Ну нет, конечно, все равно здесь вот как-то ярко, что-то яркое есть. Это здесь нарцисс. Прям... Это нарцисс. В чистом виде. Прям нарцисс. Струится, водянистость какая-то есть. Так потому что это нарцисс. И это его сочный вот этот хрустящий стеблечек. Короче, я уверен, что это нарциссовый аромат, он крутой, это не Астара, либо это Астара, но мне кажется, это не она, потому что Астара более медовая, либо это, я даже не знаю, кто у нас такие нарциссовые парфюмки-то выпускал, чтобы он был прям настолько реалистичный. Классно, мне очень нравится. Что-то в серединке есть, что-то сладенькое, чуть-чуть что-то капнуто. Я думаю, что это, возможно, какой-то артизанальный бренд, либо наш, либо не наш, но это хорошо. Тем, кто любит нарциссовые ароматы, я однозначно рекомендую присмотреться к этому парфюму. Что ты скажешь еще? Да я все сказал. Ну классно, как будто нюх, вот как будто букет цифра 7. Роз, но пахнет не розами, а пахнет именно вот этими стеблями с листиками. В цветочном магазине, кстати, похожий аромат. Это Fatum V, потому что. А почему он так пахнет? Ну, вот и познакомился. Нет, я-то был знаком со всем. Я и так один раз. Я не пойму, почему он пахнет так моно. Ну, я хотя про Фатум же говорил. Слушай, а прикольно, мне нравится, интересно. Очень классно. Не зря он такой популярный. Я хочу сказать, что опять же таки, возможно, с нами сыграла злую шутку. Холод. Вот сейчас холодно, сейчас все-таки. Короче, ну, цветочный магазин, вот как есть, заходишь, пахнет вот именно такой вот холод, пахнет вот этими зеленью скопившейся и пахнет розами такими замерзшими. Молодой человек только что сейчас нам, молодой не молодой человек, верещал на тему того, что это у него амбар и прелая сила. А он уже преобразился, так сказать. Ах уж как он быстро трусишки переодевает, а? Обгадился и переоделся. Ну, я был с самого начала прав, что это холодильник. Когда он вещал за сено.
Я сказал, что это фатум, но это не фатум все-таки для меня. Ну, как бы, я до сих пор соглашусь, что это фатум, не фатум. Короче, что у нас здесь? Зеленые ноты, тинктура земли, ягоды можжевельника, черная смородина, тинжерин, лилия, мимоза, чабрец, жасмин, черный перец, иванг, имбирь, кумин. И в базе дубовый мох, соль, ветивер, пачули, ладан, атласский кедр и амбра. На самом деле, да, пирамида гигантская, но для всех, как он пах вот этой холодной зеленостью, я просто удивлен, что сегодня здесь настолько солирует нарцисс. Я его никогда так ярко не слышал в Фатум Ви. И Лена что пишет? Широко известный в узких кругах Бафорт Фатум 5. Хит распивов и мастхэв всех парк-маньяков. Несмотря на это, мне он очень нравится. Я согласен, Лен, потому что это единственный Бафорт, который приличный. Ну, классный. Классный, мне нравится. Для меня, я говорю, это вот цветочный магазин, прям вот как есть. Ну, немножко там синца покидали еще. Да. В амбар. Ну классно. Нет, классно, я согласен, нравится. Что да. Так, ну что, давай подведем итоги. Давай, подведем что итоги. Что тебе понравилось намного больше всего? Я, честно говоря, даже вот сейчас не смогу что-то выделить, но... И я на самом деле. Давай по первому. Первый у нас был винтажный винтаж, это Лио от Герлен. Ну пускай он мне меньше всего понравился, все-таки. Но он прекрасен. Он прекрасен по-своему, но просто я такой не люблю, поэтому Я не соглашусь, что это самый не понравившийся. Так, циферка 2. У нас был Гезошон. Гезошон классный. Но это такая вот цитрусово-фруктовая жвачка, так я там уже свои перепутал все. Естественно, опять устроил трэш здесь какой-то. Гёза, который Ренегадес. Класс. Ну, мне нравится, мне понравилось. Я бы его здесь пока что поставил на последнее место. Циферка 3 у нас был... А что у нас было циферка 3? Теперь я запутался. Теперь ты... А вот, вот стоило только Борису прийти на мою территорию, сразу же случился трэш. Что была циферкой 3 у нас? Эрмеш 24. Эрме. Вообще-то Эрмес. Эрмес. А по-моему, буква S не произносится, нет? Произносится. Не произносится буковка H. Ну, хорошо. На. Эрмес. Мне вот мимо он. Мимо вместе с Гёзой. Так, это что? Эрмес 24 H. Хорошо, но нет. А он сейчас по-другому пахнет уже. По-другому. И утюги пошли. Ну, не, я бы не сказал. Более люксово пахнет сейчас, чем в начале. Так это ж люкс. Ну, в начале мне казалось, что это прям не люкс, это ниша. А сейчас он уходит в какую-то... Что какой-то есть люкс и похожий аромат. Очень сильный. Не знаю. Но их много, в принципе, похожих, поэтому. Далее. Увертюра женская. Но симпатично все равно. Я не отказываюсь от своего мнения. Очень симпатичная. Класс. Класс. Я куплю ее. Все, пофигу на яблоки, я буду страдать, умирать, но душиться увертюрой. Это мужская. Это женская. Я тебе говорю, мужская. А вот мужская. У меня-то нет бардака. Хорошо, ладно. Как у него здесь и здесь. А она, кстати, стала остренько, более острее звучать, подсохла и... Кто подсох? Более такой древесный еще стала, более кожаной. Ты опять за мужскую? Нет, я за женскую. Вот это женская. Да. Вот женская. Да. Вот, я про нее и говорю. Я не чувствую изменений глобально. А я чувствую, она стала более кожаной. Она изначально была киселем. Короче, для меня. Я куплю обе, все. Точка. Дай мне мужскую. А мужская тоже классная по-своему. Да, она прям более дымная, и дымок такой вот прям... Сотвей. То есть это не ладан воскуренный, да? Как бы это не ладан в церкви, а это именно дым. Какое-то кострище, ну, да. Пепелище. Что-то. Почему я еще... Я уверен, что их сравнивают с мифами. Прям ну, такой даже... не сухой для меня. Он именно вот такой прям... Вот увертюра женская, она влажная. Доктор Момовая. А, это да. Так, циферка 6 у нас был ритуале. Ой, какой-то он прям стал. Ну, мне он не нравится, поэтому. Ну, да, наверное, все-таки... Неплохо, но палочки ой. Благовонные сандаловые куда-то уже ушли. И Фатум 5. Я готов сделать... Фатум 5, да, ну... Прям для меня топчик. Топчик это, соответственно, первые три аромата. Это две версии, прям я их на одну полочку. Первые три чего? Первые три аромата. Чего? Того, что мы сегодня нюхали.
Луи от Герлен, Ренегат и... Это мой топ, я хотел сказать. Первые три от меня, которые я хочу вот сейчас, какие мне больше всего понравились. Я-то думал, что он просто первые три мне больше всего топ. Мой канал, мой топ. Так где он-то, твой топ-то? Короче, мне больше всего понравились Амуажи. Оба, это фантастика какая-то. Phantom V, благодаря тому, что он для меня очень необычный, неизбитый, у меня такого ничего нету, я ставлю на третье место, пожалуй. А самое, что тебе не понравилось? Ну, я же сказал, что вот винтаж, ну... А, Герлен да, Лио. Да. Ну, не винтаж, да, Герлен. Но он мне не то, что не понравился, мне здесь все понравилось. Ну, надо же что-то поставить на последнее место, вот он туда. Я на последнее место загоню как раз-таки Hermes H24 и Гёзе Шоеновский Ренегат. Потом у меня будет такой промежуточный ни о чем, это как бы Герлен. А весь... стоп. Я забыл про Мендитароссу. Мендитароссу туда же Герлен. Мендитаросса, да, кстати, она. Самый топ of the top это, естественно, оба Амуаж и Phantom V. Это вот прям первое Phantom место, да. Бесспорно. Прикольно, прикольно. Лена, вы просто... Огромное спасибо, Лена, огромное спасибо. Вот это я поношу, сношу полностью и куплю. Ты можешь смотреть. Мой канал, мне что-то тоже должно достаться. А, Герлен, возьми сармес. То, что это твой канал. А вот вы, кстати, дорогие друзья, можете вот этого молодого человека порадовать вашими посылочками. Потому что любому блогеру будет очень приятно получить его первую, ну, как так сказать, посылку от зрителей. Поэтому, я думаю, Борис будет несказанно рад слепым затестом, остаточком во флаконах. Гранд мерси будет от меня. Всему просто. Вообще просто. Поэтому не забывайте большое порадовать блогера. Большое спасибо от большого Бориса. Да. Будет. Друзья, огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить ваши царские лайки, делитесь вашим мнением о изученных нами, опробованных нами ароматах. Короче, друзья, делитесь. Всем огромное спасибо. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих парфюмов, знакомы ли вы с ними. Лайк, подписка, шер, все. Да, царские лайки обязательно. И не забывайте про рубрику описания к ролику. Заходите, пожалуйста, переходите по ссылке в описании на мой канал в Телеграме. Буду вам всем рад. В общем, всем спасибо. Всем пока. Пока.